концу этого года в Одинцовском округе реконструируют 2 стадиона и откроют скейт-парк. Реконструкцию центрального стадиона в Одинцово проведут в рамках губернаторской программы «Спорт Подмосковья». После завершения работ здесь появится трибуна на 2500 мест, футбольное поле с подогревом и дорожки для занятия легкой атлетикой. А в лесном городке уже в этом году будет создан скейт-парк. На данный момент его готовность составляет более 30%. Благодаря программе скейт-парк уже появился в Звенигороде, а в новом городке хоккейная площадка.